Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем тестирование карты 1660 Ti в игре Need for Speed Heat. Максимальные настройки, все на ультра стоит. Посмотрим, как поведет себя игра. И карта. Дружат они или не дружат. Немножко стрюки, это чуть-чуть подлагивание. Легкие лаги. Обратите внимание, ребята, что оперативной памяти уже 8, больше 8 гигов. Видео памяти пока 3,6. Карта загружена почти полностью. Процессор центральный загружен на 60%. Система у меня... Вот уже видео памяти 3,9. Ну. Слышала, ты свою тачку прокачиваешь? Угу. Да, подход у тебя серьезный. О, как подлагивает. Одиночек в лигу не принимают. Что такое? Кажется, не только у меня. Что такое? Об этом я и хотела поговорить. А что ж так, так подлагивает? Мы можем помочь друг другу, стать командой. Вряд ли у тебя есть предложение получше. Не угадала. Да ладно. Ребята, больше 4 гигов. Хватит тебе, что скажешь? Что я в деле? Круто. Ребята, вы знаете, что я скажу? Надо зайти и поиграться с настройками, потому что... Самые высокие настройки эта игра не хочет тянуть. Я вижу. Давно пора надрать зад. Я поговорю с теми, кто может организовать гонку, а ты заслужи право в ней участвовать. Получи приглашение, и мы заявим о себе. Так. Так, куда бы нам поехать? О. Где она? Немножко подлагивает. Отпадем в ближайшую гонку. Ребята, я предлагаю зайти и немножко настройками поиграть. Угу. Давайте на ультра поставим. Интересно, как она покажет себя на ультра. Ну а чё? Имеем право. Может, наоборот, она... Ну что, поехали? Немножко как-то чуть-чуть подлагивает, лагает чуть-чуть игра. Есть такое дело, вы знаете, ну, 5100 XT я уже играл в эту игру на той карте, но там настройки были немножко чуть попроще, я на ультра не ставил, и там как-то свободнее было, но там FPS, по-моему, было поменьше. Сейчас посмотрим время гонки. Гонка все покажет. Ребята, конечно, больше 4 гигов видеопамяти идет. Больше 8 гигабайт оперативной памяти. Смотрим, можно будет играть. Будет ли какой-то нормальный геймплей или нет. Все, поехали. Да, ребята, напоминаю, кто хочет играть в Need for Speed Heat, должны знать, что управление, я лично, смотрите, что происходит. Ну да, немножко как-то надо, наверное, оперативку таки разгонять, потому что, мне кажется, вот, дело тут в оперативной памяти, потому что я в стоке ее использовал, у меня оперативная память 2400 МГц для Рязани, это явно мало, 1600. Моя конфигурация Ryzen 5 1600.
Материнская плата на B450 чипсете. Оперативная память для планки по 8 гигов. Куда? FPS. Ультра настройки, напоминаю вам. Монитор Full HD. Немножко иногда притормаживает слегка. Ну, если я думаю, что если понизить настройки, ну, но может быть, они будут не так интересно играть. Нам интересно на ультра. Вообще, как бы, ребята, у меня есть такая задумка поменять себе память на более быструю и процессор 3600 взять. Ну, знаете, планы есть всегда. Хватило бы финансов на это дело. И да, смотрите, как подтормаживает, да. К сожалению, для ультранастроек моя система, ну, мягко говоря, не сильно годится. FPS стабильно 60. Но вот эти вот фрезы подтормаживания, конечно, это ужас. Вот это вот, смотрите. Вот сейчас просто игра тормознулась дико. Вот это была карта 16 Ti. Посмотрим, ребята, как поведет себя на ультранастройках 5500 XT. Может быть, она показывает чудо, она будет более комфортно на ней играть. Все может быть. Не выключайте. Ребята, тестирование карты 5600 XT в игре Need for Speed Heat. Качество графики, все стоит на ультра, так же как на карте 1660 Ti. Посмотрим, что она покажет. Какой надо выдать FPS, будет ли вообще он играбельный, потому что напоминаю, что у карты 1660 Ti на ультранастройках были, мягко говоря, баги. Надо было на высокие настройки, конечно, перевести ее. Ну, мне было интересно на ультра попробовать. Сейчас эту карту, сейчас 5500 XT тоже. Посмотрим, как она будет на ультра себя вести. Оперативной памяти уже расходуется больше 8 гигабайт, ребята, имейте в виду. В принципе, 8 гигов, это сегодня это можно, такой эконом-вариант, делать 4-гиговые карты, да, допустим, там 1650 супер взять и 8 гигов оперативочки. Это можно для каких-то онлайн-проектов, там, танки, корабли, что-нибудь такое вот из этого рода, потому что там как бы потребление довольно-таки... Да ты что? Тебе не видать дорогих деталей, пока имени на слуху. Не, мне кажется, что в этой карте, обрати внимание, заставочка, по-моему, повеселее проходит. Потому что 16 Ti как-то, может быть, Nvidia как бы не сильно оптимизированы. AMD больше оптимизирована под эту игру. Посмотрим. А ну. Слышала, ты свою тачку прокачиваешь? Да, подход у тебя серьезный. Иначе меня бы здесь не было. Одиночек в лигу не принимают. Удивительно. Так что у тебя проблема? Кажется, не только у меня. Об этом я и хотела поговорить. Мы можем помочь друг другу, стать командой. Вряд ли у тебя есть предложение получить. Ребята, вы знаете, мне кажется, что эта карта себя лучше показывает. Может быть, там, я не помню, какой FPS был, 1660 Ti. Круто. Но эта карта себя показывает лучше, на удивление. Надо устроить гонку. Ультра настройки. Посмотрим сейчас, как будет идти гоночка. Оперативочки больше 8. Видеокарта прогрелась до 57-55 градусов. Видеопамяти почти по 4 гигабайта.
Ну. Не, FPS, конечно, поменьше. Конечно, да, да. Ну, такой играбельный, такой пограничный. Не, конечно, 16-65, она попроизводительной, конечно. Не, ну как, знаете, ребята, неплохо справляется, на удивление. Ну, я вам скажу, вот мое личное отношение к этим картам. А чтоб ты был здоров. Карта 5060 показывает неплохую производительность, но вот эта сырость драйверов, это просто, ну, это такой косяк страшный, который реально отравляет ее использование. И рекомендовать покупки эту карту никак нельзя. Кто-то мне там на пятки наступает. Ну, там я помню вообще, что наш стять на этом месте, по-моему, просто нафиг подвисло и все. Да, может быть, просто это секрет в том, что эта карта больше оптимизировано, AMD больше оптимизировали вот свои карты под эту игру, может быть. Я не думаю, что проблема именно в нашей карте NVIDIA, скорее всего. Ну, погоняем еще немножко, ребята. Так, куда нам там ехать? Давайте, может, еще одну гонку пройдем. О! А чтоб ты... Это полиция здесь, конечно, ребята, ужас. Хотел просто тихо, спокойно погоняться, знаете. Какой-то гольф-клуб какой-то или что? Попробуем оторваться от надоедливой фигни этой. На хвосте две машины. Спасибо, что сказали. Ты смотри, не. Тоже ускоряется, зараза. Вот надоели, ну. Не получается свалить от него. Как мне это действует на нервы? Нервный какой. Че он там говорил про подмогу? Они обычно любят таранить. Ты смотри, какой наглый.
Да, сейчас. Нафиг идите. Ну, что, арестовали, что ли? Безобразие. Вот, ребята, вот на этом печальном эпизоде мы заканчиваем тест. В принципе, как карта, скажу честно, на удивление, но эта карта, мне кажется, хоть может быть меньше в FPS, я не помню, какой же был FPS 16 Ti, но это как бы с этой картой игра работает немножко плавнее, хотя те же самые ультра настройки. Спасибо большое, ребята, за внимание. Нашего персонажа покрутили полицейские. Всего доброго и до новых встреч.